Возможность получить качественные знания уровня признанных мировых университетов есть у школьников Химкинского городского округа. В своих стенах учеников из средних школ принимает академическая гимназия в Новогорске. Частное учебное заведение, преподаватели которого являются носителями кембриджской программы, тесно сотрудничают с муниципальными образовательными учреждениями. В рамках программы государственно-частного партнерства ребята смогли бесплатно заниматься в гимназии. Ученики химкинских школ всех специализированных классов, математических или гуманитарных, активно привлекаются сюда на субботние академические и университетские дни, так называемые, когда они вместе с учениками этой гимназии ездят в университет, в МФТИ, привлекаются для проведения олимпиад различных. Партнерство академической гимназии с ведущими вузами Москвы и России в целом позволяет ее преподавателям подготавливать детей к государственным экзаменам и поступлению в университет. Успешное взаимодействие со средними учебными учреждениями продолжается более 3 лет. За это время около 1500 химкинских школьников освоили дополнительные компетенции и качественно повысили уровень знаний базовой образовательной программы. Кроме того, с начала этого года гимназия стала участником программы правительства Московской области по обеспечению мест в детских садах. С этого года академическая гимназия в свое дошкольное отделение стала принимать из общей очереди детей. Уже 36 детей посещают дошкольное отделение этой гимназии на условиях муниципального детского сада для родителей. Высокий уровень образования и нетривиальный подход к детскому развитию оценила депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Для олимпийской чемпионки провели экскурсию по кабинетам и рассказали, как проходят занятия с детьми. По словам Ирины Родниной, такое учебное заведение в Химках – повод для гордости. Здорово, интересно, очень творчески, с хорошим, мне кажется, таким потенциалом для детей. В чем здесь не только обучение идет вот по школьной программе, здесь еще и детский сад, и, наверное, что очень важно для городского округа, здесь есть бюджетные группы. С апреля в академической гимназии откроют еще одну группу дошколят. Присмотр, уход и образование по всем государственным стандартам получат 32 ребенка. Оплачивать их обучение будут из бюджетных средств. Нина Бережная, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.